«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. А вот для героев нашего следующего репортажа консервировать ничего не надо. Они ничем не рискуют, наоборот, приобретают самое дорогое – здоровье. Школа скандинавской ходьбы в нашем городе открылась месяц назад, и сегодня Клин посетила основательница школы скандинавской ходьбы в Подмосковье, олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая. Смотрим. Эта встреча началась не с презентации, а со сдачи крови. Для участников проекта «Жить, побеждая диабет» – это уже ритуал. Уровень сахара они проверяют регулярно перед каждой кардиотренировкой. Мы ходим, и после ходьбы опять у нас меряют сахар, чтобы узнать, как скандинавская ходьба действует на сахарный диабет. Напомним, в Клину школа скандинавской ходьбы работает уже месяц. В ней занимаются 12 человек от 50 до 75 лет. Все они страдают диабетом второго типа, но индивидуальные физнагрузки, соблюдение диеты и все это под присмотром медиков помогает им поправить свое здоровье. Результаты замечательные. Просто каждый раз мы приходим, и каждый раз сахар падает. Даже одна женщина у нас задумалась, а есть ли у меня вообще диабет? Потому что она меряет, у нее хороший показатель. Давление падает где-то единиц на 20. Сахар падает от 2 до где-то 5-4 единиц. Может быть, поэтому эти школьники преклонного возраста сидят не в больничных очередях, а на встрече со знаменитой российской фигуристкой Ириной Слуцкой. Именно она курирует школу скандинавской ходьбы в Клину, а также в других городах Подмосковья. Совместно с Сеченовским университетом, с кафедрой реабилитации, мы решили попробовать скандинавскую ходьбу как из одного вида физической активности. 10 школ по скандинавской ходьбе открыто в Московской области. 3 месяца, вы знаете, да, идет наш курс. И 5 школ-то уже завершили свое обучение. У меня пациентки мои, результат у них был, похудели от 2 до 12 килограмм. Подводить итоги клинской школы пока рано. Уроки по скандинавской ходьбе завершатся только через 2 месяца. Ирина Слуцкая также обещала приехать и на закрытие первого набора. А пока в графике выдалось пару свободных минут, Ирина Слуцкая заехала на тренировочный каток в Ледовый, пообщалась с маленькими спортсменами и раздала автографы. Татьяна Барулина, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.